Альянс польских оппозиционных сил «Европейская коалиция» провел съезд в Белостоке на северо-востоке страны в преддверии европейских выборов. Лидер главной оппозиционной партии Польши «Гражданская платформа» Грзегорз Схетина, обращаясь к соратникам, пообещал, что оппозиционному альянсу удастся заполучить в результате переговоров с Евросоюзом 100 миллиардов злотых на развитие Польши. Как лидеры Европейской коалиции мы говорим сегодня, мы добьемся выплаты стране 100 миллиардов злотых, чего правительству во главе с партией «Право и справедливость» не удалось. 100 миллиардов для поляков, 100 миллиардов для Польши, 100 миллиардов на здравоохранение для людей, которые укрепляют эту страну, польских фермеров, на образование и на борьбу со смогом. Вот наше предложение. Одновременно в другом городе Пултуск, к северу от Варшавы, прошел съезд правящей партии «Право и справедливость» во главе с Ярославом Качинским, который отметил значение патриотизма в стране. Церковь остается единственным хранилищем системы ценностей, которая известна даже неверующим людям. Роль церкви должна быть очевидной. Кто поднимает руку на церковь, хочет разрушить ее, поднимает руку на Польшу. Европейские выборы должны состояться в Польше 26 мая.